Историческое решение о нормализации отношений между США и Кубой нашло широкую поддержку международного сообщества. Позитивные новости прокомментировали лидеры государств Южноамериканского общего рынка Меркосур, проходящего в аргентинском городе Парана. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, в частности, заявила: в день рождения папы Франциска, аргентинского папы, кубинский лидер Рауль Кастро отметил важную посредническую роль понтифика. Все аргентинцы и латиноамериканцы в целом приветствуют нынешние достижения. Этот результат должны отметить во всем мире. Этот момент знаменует перемену в развитии цивилизации, показывая, что можно восстановить отношения, прерванные много лет назад, сказала глава бразильского государства Дилма Русеф. На фоне происходящих событий смягчил свой тон и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, один из главных критиков политики Вашингтона. «Мы очень счастливы. Мы должны признать жест президента Барака Обамы, жест мужества и исторической необходимости, который, видимо, стал важнейшим шагом за время его правления». Кубинские власти считают возобновление дипотношений с США своей победой. Жители острова ожидают улучшения состояния экономики и уровня жизни. Ряд экспертов полагают, что решение Вашингтона лежит в геополитической плоскости.